вами Оля, добро пожаловать на мой канал. Если вы фанат минималистичного, но все же очень интересного и такого с изюминкой стиля, если вы хотите увидеть парочку вещей для базового летнего гардероба и просто вдохновиться классными, нейтральными, но все же очень стильными аутфитами на лето, то это видео для вас. Сегодня будет видео распаковка посылки от бренда Arkit. Если вы еще не знаете этот бренд, то я вам тоже про него расскажу. Сразу говорю, он стоит того, чтобы с ним познакомиться. Я вам, как обычно, сначала покажу все вещи, а потом покажу, как я их комбинирую в аутфиты. Так что досматривайте это видео до конца. И, конечно, если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Если вы еще не знали бренд Arkit, то Arkit — это бренд, который относится к группе H&M, туда еще входит Endata Stories, туда входит COS. Сам бренд дороже, чем H&M, но у него и качество, соответственно, лучше, и у него совершенно другой стиль. У Arkit очень такой минималистичный стиль, как правило, в основном очень нейтральные цвета, но вещи достаточно интересные. Давайте я вам сейчас буду показывать вещи, и вы поймете, что я имею в виду. И первая вещь — это черные льняные брюки на резинке. Вообще льняные брюки и вообще льняная одежда — это просто must для лета, потому что в ней очень комфортно, в ней не жарко. Мне понравились именно эти брюки. У них прямой фасон, который подойдет абсолютно каждой фигуре. Они очень комфортные, потому что они на резинке. Их можно надевать просто днем с какой-нибудь белой футболкой, белой майкой. А можно надеть их вечером с какой-то более вечерней майкой, допустим, черной, с каблуками. И у вас уже будет более вечерний аутфит, особенно если вы где-то в отпуске. Будет смотреться просто, но стильно. А как мы все знаем, да, просто чаще всего смотрится даже еще более дорого и интересно, чем какие-то супер навороченные аутфиты. Поэтому я вообще считаю, что у всех должны летом быть льняные штаны во всех базовых цветах, типа черного, бежевого и белого. И вот здесь такой черный вариант, он мне очень нравится. Как обычно, ссылки на все продукты, также мои параметры, мои размеры и размеры вещей, которые я вам буду на себе показывать, указаны все внизу в описании, так что переходите туда, если вас что-то заинтересовало. И вторая вещь, это моя любимая просто в этой посылке, это вот такой топ, я даже не знаю, как это назвать, с длинными рукавами. Но он похож на кофту моряка, то есть, видите, у него здесь воротник, и за счет этого этот топ выглядит настолько интересно, и особенно в комбинации с вот этими черными льняными штанами. Да, кстати, этот топ тоже полностью сделан из льна, получается такой костюм, и мне так нравится этот аутфит, это 100% мой стиль, это то, что я люблю, это такой нейтральный вариант, монохромный лук, но все равно он выглядит гораздо интереснее, чем если вы просто надели какую-то, не знаю, трикотажную кофту черную с длинным рукавом. Конечно, ее можно носить не только с этими черными штанами, ее можно комбинировать прекрасно и с джинсами, с какими-нибудь шортами, в общем, она совсем будет, в принципе, хорошо смотреться, но, не знаю, я просто влюбилась в эту кофту, я ее однозначно оставлю себе вот в комбинации с черными штанами. Напишите, если вам тоже нравятся такие луки, но вот для меня это просто идеальный вариант. Он комфортный, он просторный, он выглядит просто, но не дешево. Я влюблена в этот аутфит. И следующая вещь — это джинсы. Обычные, прямые, немножко укороченные джинсы. Но фишка их заключается в цвете. Я не знаю, насколько хорошо это видно на видео, но у них не классический голубой цвет, а он такой как будто выстиранный немного, застиранный. И вы не найдете такой цвет в любом бренде. То есть не всегда есть такой вариант. И это уже то, что их будет выделять. Это обычные вроде как джинсы, но за счет именно вот этого цвета они смотрятся гораздо более интересно, так что тоже прям очень классный вариант, если вы хотите выделяться среди толпы в обычных голубых джинсах. И следующая вещь — это вроде как обычный черный
топ, но он необычный за счет вот этого выреза на одной из бретелей. И вот это то, что я имела в виду, когда я говорила про бренд Arkit. У него вроде вещи все какие-то такие обычные, базовые, вообще нету ярких цветов, но в каждой есть какая-то вот такая фишечка, которая делает эту вещь гораздо более интересной, и вы сразу будете выделяться, да. И не знаю, мне очень нравится этот топ, особенно если надевать его вечером в комбинации, неважно, с джинсами или с брюками, с каблуками, то получается уже такой более вечерний, элегантный аутфит. Гораздо это интереснее, чем покупать просто себе черный топ. Поэтому тоже, вот если вы искали что-то такое, не такое, как у всех, то присмотритесь к вот этому варианту. Также у меня есть белый топ, и снова он немножко необычный, потому что у него не классическая пройма. Вообще белый танк-топ — это однозначно часть летнего базового гардероба, но вот опять-таки, если вам хочется чего-то более интересного, то присмотритесь к варианту вот с таким вот вырезом. И следующая вещь — это вот такие светло-бежевые льняные шорты. Льняные шорты — это тоже такой маст для летнего гардероба. Они очень комфортные, очень свободные. Если вы в отпуске, идете на пляж, то можно их просто надеть поверх своего бикини, и вам точно не будет жарко. Но их также отлично можно носить в городе, потому что они не слишком короткие, поэтому не стыдно, что называется, ходить в такой длине по городу. Можете комбинировать их с какой-то рубашкой, может быть, даже с льняным блейзером, или не обязательно с льняным, и у вас уже будет более такой городской аутфит. Тоже классная базовая вещь для летнего гардероба. И из той же ткани, как только что были шорты, у меня еще есть вот такая льняная рубашка. Конечно, она классно смотрится в комбинации именно с этими шортами, получается такой готовый комплект, но также она будет смотреться и с джинсами, и с брюками. И как я всегда говорю, рубашку можно носить не просто как рубашку, но и как второй слой, особенно летом, если вечером немножко прохладно, надели вот такую рубашку поверх майки, поверх топа или поверх кроп-топа, и тоже смотрится очень хорошо. Поэтому снова идеальный элемент для базового летнего гардероба. Следующая вещь — это вот такая футболка, но это необычная футболка, она больше похожа на поло, только вместо пуговичек у нее здесь молния. И вот опять-таки это классная альтернатива обычной черной футболке. Можете варьировать, как вы ее носите, можете застегивать это до конца, можете носить расстегнутым, как вам удобно, тоже подходит абсолютно ко всему, качество классное, это тоже лен, поэтому вот, ну, для лета вообще идеально у нас собирается гардероб, особенно я надеюсь, что лето будет жарким. Поэтому снова, вроде обычная, но необычная черная футболка, прям мне тоже очень-очень нравится. И следующая вещь безумно комфортная, и это вот такой флисовый худи, но он не очень толстый, так что это идеальный вариант как раз-таки на весну, на лето, на более прохладные вечера. Если вы идете на прогулку, я не знаю, с собакой, с ребенком, с мужем, одни, неважно, если вы идете просто в магазин, и вам хочется что-то такое безумно комфортное, расслабленное, то вот очень классный вариант. Опять здесь есть такая интересненькая деталь, это вот такие дырочки для больших пальцев. В отличие от многих флисовых худи, которые я видела у других брендов, этот не смотрится как-то вот дешево, знаете, так что вот из дома стыдно выйти. Как правило, такие худи выглядят именно так. Нет, мне кажется, этот выглядит очень прилично. Понятно, что это не какая-то вещь для выхода в свет. Мне кажется, я вот себе ее оставлю, потому что я как раз часто хожу с дочкой гулять, так что вот для мамочек в декрете тоже классная вещь. И с джинсами смотрится очень даже прикольно, или даже просто для вашего домашнего гардероба, когда такие более прохладная погода, очень-очень уютная вещь. И следующая вещь — это вот такое белое мини-платье. Я обожаю вот такие платья на лето, особенно когда они таких прямых, расслабленных силуэтов. Я в них себя чувствую максимально комфортно, не нужно, знаете, втягивать живот, переживать там, где что обтянуто, как торчит. Это 100% хлопок,
Здесь вот такие есть пуговички, которые тоже вы можете расстегивать, застегивать, как вам удобно. И в зависимости от того, какую обувь, какие аксессуары вы наденете с этим платьем, вы можете сделать его супер кажуальным для дневного времени, а можете одеть его с каблуками, с какой-то более вечерней сумкой и выйти в нем вечером. И ткань просто идеальная на лето. И я также хочу вам показать обувь, и меня вообще восхитила обувь в Аркете по своему дизайну. И начну сразу с своей любимой пары. Это вот такие босоножки на маленьком каблучке. Боже, как они красиво смотрятся. Они настолько выглядят интереснее, чем вот обычные какие-то, да, черные босоножки, как во всех брендах. При этом они такие удобные, потому что здесь очень маленький каблучок, он вообще не тонкий, ничего не жмет. Единственное, я бы советовала брать их на размер побольше. У меня обычно 37 размер, и вот это 37, и они чуть-чуть маловаты мне, то есть я бы, ну, в идеале два бы размера пробовала, мерила и уже выбирала какой-то, но я себе, наверное, возьму все-таки 38, но здесь вообще ничего не жмет, тут так классно сделан, оформлен большой палец, они вроде обычные, но опять-таки они необычные. В общем, меня Аркет просто поразил. И как раз вот для лета, когда вечером, допустим, вы хотите пойти на прогулку, но вам все равно хочется выглядеть элегантной, женственной, поэтому не хочется одевать какие-то кеды или, да, вот какую-то такую спортивную обувь, то вот такие босоножки, они правда удобны. Я не уверена, что вы в них прям 10 километров пройдете, но на нормальную такую прогулку вы спокойно в них погуляете. Я прям влюблена в эту пару. И следующая пара обуви будет очень интересной. Мне захотелось попробовать трендовые клоги. Я думаю, вы их уже видели, если вы интересуетесь, да, трендами на лето. Скажу сразу, мне не нравится этот тренд, но я увидела вот эти клоги в Аркете и решила, что, ну, померю их, потому что из всех клогов они, на мой взгляд, смотрятся наиболее симпатично. Когда я их впервые увидела вживую, мне показалось, что это ужас какой-то. Когда я их впервые померила, мне показалось, что это еще и неудобно. Но когда я снимала все луки и аутфиты с ними, то, должна сказать, они оказались все-таки удобными. Понятно, что это не какие-то кеды, тут все-таки платформа, тут все-таки нету задника, но вообще они удобные. Как мы понимаем, клоги — это традиционная, по-моему, да, голландская обувь была раньше. И вот, да, сейчас они вошли в моду. Ну, я понимаю, что это не для каждого. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такой обуви. Но я должна сказать, что когда я делала с ними аутфиты, в принципе, мне понравилось, как они в итоге смотрятся. Я все равно не буду их себе оставлять. Ну, вот не настолько я еще, знаете, хай-фэшн, чтобы ходить в таком. Но если вы уже готовы, то вот этот вариант именно чисто внешне, они мне очень нравятся. На мне, ну, не знаю, не совсем это мое, хотя, еще раз повторю, отфиты мне, в принципе, с ними понравились. Пишите в комментариях ваше мнение о клогах. И следующая пара, уже последняя пара, это вот такие сандали вьетнамки, но они необычные. Посмотрите, как классно они смотрятся за счет того, что здесь все вот эти перемычки как будто надутые, да, они такие как дутики. Очень удобные, но тоже советую брать вот эти однозначно на размер больше. Тут ничего не давит, мне немножко давил перед, поскольку они мне просто оказались малы, но вообще они комфортные, и вот в эту деталь сзади встроена резинка, поэтому вы ее чуть-чуть можете оттянуть, да, под свою ногу. Уже в 20-й раз, наверное, в этом видео я говорю, что это гораздо интереснее, чем просто черные вьетнамки, смотрятся прям очень стильно, так что я вообще влюбилась в обувь в Аркете. Как минимум в ее дизайн. Про качество я пока не могу прям говорить, то есть чисто по ощущению качество хорошее, это, естественно, все натуральная кожа, но как они будут носиться, сколько они будут держаться, это я пока говорить не могу. Зайдите в любом случае на сайт Аркета, там есть еще много других интересных пар, может быть, вам что-то другое приглянется. И последняя вещь, это будет вот такая шляпа, я не знаю, можно ли назвать это шляпой, если здесь дырка сверху. Мне очень она
понравилось. Мне кажется, тоже смотрится очень стильно. И плюс этой шляпы в том, что здесь сзади вы ее можете сами регулировать по размеру. То есть неважно, какая у вас большая или маленькая голова. У меня, кстати, голова большая. Очень мне часто малы все шляпы. Но вот это спокойно я подрегулировала под себя. Нравится, как она смотрится. Нравится вот этот черный бант сзади. Так что я думаю, я это видео буду сейчас заканчивать вот так вот в этой шляпке. Но подождите, в конце вы сможете посмотреть еще раз все аутфиты, еще раз приглядеться к вещам, которые вам, может быть, понравятся, может быть, вы захотите их для себя приобрести. Ну а я с вами здесь попрощаюсь. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, поддержите меня своим лайком, напишите что-то в комментариях. Для меня это очень-очень важно. Ну а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.